Итак, ребята, всем привет. Мы продолжаем. Опа-на. Один магазин. Обделили меня. Может, их замочить надо? Чтобы что-то произошло. О, батарейка. Так, друзья, сохраните спокойствие, пожалуйста. Не разрушаем столовую. Это все-таки частная собственность. Собственность Блокмеза, так сказать. Так что давайте-ка, друзья. Ну-ка, идите-ка сюда. Ребята, смотрите, что я притаранил, пацаны. Удачи, удачи. Это что за место такое, интересно? Так, ну эта дверь, конечно же... А, нет, смотрите-ка, эта дверь открывается. Слушайте, знакомое место какое, мы же здесь были уже. Ну-ка. Ничего не произошло. О! Кого? Чего? Ну давай, помогу. Так, стоим. Братан, приготовься, они идут, братан. Ни хрена себе там силачи. Там просто дверь улетела, я не знаю. Такое ощущение, как будто ее не хакушники выбивали, а Ленинград какой-то. Так, кто ж ты такой у нас, ну-ка. Интересно, что это за челик такой. I got some supplies in the back. If you want, go take a look, see what you can carry. Интересно, что это за броня такая. Так, окей, боеприпасы в рюкзаке. Хрена себе! Подождите, мне показалось? Или он сказал в рюкзаке? Это рюкзак у тебя такой? Дядь, ты чё? Блин, хороший у тебя рюкзак. Отлично, отлично. Конечно же нет. Конечно же нет. У меня вот больше нет компании. Офицер Джейкоб Дэниелс. Отличная команда. Какой-то ноунейм ученый плюс офицер Джейкоб. Круто. Блин, а там ведь арбалет валяется. Мины, гранаты, ракеты, РПГшка. Дружище, ну открой. Ну не будь жмотом, ну что такое. Подствольная игре, ну ладно, черт с тобой. Блин, там столько добра осталось на самом деле. Погнали, че. Вперед, как говорится. К победе. Так, дружище, куда тебя вести? Вот что меня еще интересует. В какие такие далекие края мы с тобой пойдем? Ёб твою мать! Осторожней, чувак, уйди! Какие наглые ребята-то, а? Все, готов. Так, пойду-ка я еще раз отойду, да? Подлечусь немножко. Отлично, вы запас заодно взяли, круто. Мой косяк, Фриман. Фразу так и не пофиксили. Ну, не пофиксили, а не переделали, я имею в виду. Мы же здесь не за Фримана играем. Это что такое только что было? Зря я зомби убил, зря. Они бы могли на себя хэкушников согреть. Нифига себе. Отлично, все готовы. Все живые, все в порядке. Куда, куда, куда?
Блин, какой интересный у тебя костюм. Хотя, мне кажется, тут никакого костюма толком-то и нет. Тут обычный какой-то бронежилет, какая-то специальная форма. И все. Какие-то наколенники еще непонятные. Короче, ничего особенного такого нету. В общем, ребят, ничего такого интересного нету у него. Кстати, этому человеку 29 лет, если я не ошибаюсь. Да, 29. Хм. Зато, кстати, у него прикольный шлем достаточно такой. Необычный. Очень необычный. Такое ощущение, как будто какой-то встроенный интерфейс у него есть. В этом шлеме, так сказать. Что такое? Держи, держи! Братан, открой, ты должен, ты сможешь! Нифига себе. Нифига себе у тебя нос, кстати. Огромный. Так, ладно, хорошо. Пойдем сюда. Все как обычно. Все как обычно. Ага! Спрятаться решил, сволочь. А? Мускит? Да. Какие у него жуткие глаза. И причем, смотрите, такое ощущение, как будто здесь два глаза. Вот один, а вот второй, да? Или это глюк какой-то, не знаю. Может, у него реально два глаза? Да идем, идем, идем. Давай, не будем торопить. Не будем на месте стоять, только вперед и только вперед. Оу, оу, оу. Так, спокойно, все нормально. Я думаю, что это вертигонты. Но это всего лишь головотрахи. Обычные. Power 40%. Так, ну-ка, может успею. Ба-бамц! Вот это круто! Так, а та машина взорвется, нет? Так, что-то она не взрывается, но... Ладно, сейчас... Блин, граната! Зараза, хотел ее перехватить и в машину кинуть, но что-то она не бралась. Зараза такая. Sorry, граната негодница, так сказать. Негодница. Так, ну-ка, взорвется, не взорвется? Нет, эта машина же не взрывается, в отличие от этой. Okay. Так. Сейчас будет что-то эпичное, дружище. Я думаю, что самое время молиться. И сваливать. Проберитесь с боем. Круто. Да что ты будешь делать? Да что происходит? Да я просто решил будку обыскать, она взорвалась. Да что за черт? Охренеть. Ну какие чудища пошли, мать твою же, обалдеть. Слушай, ты можешь не будешь привлекать их внимание, а? У нас и так залупа полная творится какая-то. Да, что ты будешь делать? Да стой на месте, не мельтеши!
гоняет туда-сюда, уклоняется, ё-моё. Блин, капец, война идет, а, ребят? Это просто обалдеть. Так, заглянем сюда. Может, что-нибудь найдем? Нет, ничего не найдем. Отлично. Красота. Ядрись, там война идет. Обалдеть просто. Дружище, ты где, дружище? Иди сюда. Ой, что он там стоит-то, а? Так, дружище, пойдем. Что-то взял, встал на месте. Встал, пойдем. Бедняжка. Давай, открывай. Ху-ху-ху-ху-ху. Чё за звук? Охренеть, какая красота! Вот это эпик вообще, а! Ребята, ловите, ребята! Охренеть! Да, маппинг, конечно, здесь просто обалденно, ребят, согласитесь. И дизайн, и маппинг, и вообще все. Тише, тише, тише. Батарея, батарея. О, сколько всякого добра валяется, а. Обалденно. Пойдем. Какой-то странный логотип, кстати, у этих лабораторий. Интересно, что они здесь изучают, эти лаборатории. Вернее, что изучается в этих лабораториях. Так, дружище, ну? И что дальше? Куда пойдем? Ладно, допустим. Нам точно не... Ага, нам сюда. О, господи, о, там БТР, чувак. Почему ты не открыл мне свой тайник? Так сказать, чтобы я взял оттуда РПГшку. Подствольные гранаты. Арбалет. Сейчас бы все это, ой, как пригодилось на самом деле. Ой, как пригодилось, а. О, обалдеть. Охренеть. А, я еще и промахнулся, обалдеть. Обалдеть в квадрате. Так, нам сюда. Ну-ка, что за анальная шахта у нас такие? Что здесь у нас валяется? Угу. Одинокая аптечка, да? Круто. Пацаны, возьмите назад, пацаны! Я гранаты без чеки не принимаю, ребят. Не люблю рисковать. Блин. Кошмар. Хорошо, что машины не взрываются, черт возьми, а. Стой, куда уехал? Стой, зараза, а, засал, фу. Позорище, а. Засал! Почуял, да, что дело жареным пахнет? О, дерьмо, все, мне капец. Хотя нет, пока еще живем. Фу, обалдеть вообще, а. Просто обалдеть. Так, дружище, он смотался. В смысле не останавливайся? Открой! Он уехал, все, там нет никого, открой! Наглая рожа такая, а? Господи, что это такое? Он что, издевается надо мной?
Не знаю, может ему колеса надо прострелить, я не знаю. Что с тобой делать-то, дядь, у меня ни взрывчатки, ни... Ой, как он разворачивается-то, обалдеть вообще. Не, я понимаю, конечно, то, что его надо уничтожить, но я представления не имею, как это сделать, потому что ни взрывчатки, ничего у меня нету. Есть только бочки, которые периодически попадаются, но это не то. Это вообще не то. Да, разворачиваться, конечно. Отлично. Да что ты будешь делать-то, а? Ну, кто ж такие развороты-то делает, кривые, а? Так, вот, походу, и выход. Нам, ребята, сюда. Хо-хо-хо-хо, дядь! О, как это затормозило. Так. Так, ну, сейчас будем управлять этой штукой. Ну, сволочь, капец тебе, давай. Огонь! Открыть огонь! Давай, пибинс! Вызываем, префайром давай! Мииии, все, капец ему, бам! Круто. Это было эпично. О, это стоит, как ни в чем не бывало. Okay. We made it. Хорошо посидел. Говорит, мы сделали это. Мы сделали это. Oh, that'll get your heart pumping. After you, good sir. Да. Трехзначный код к таким дверям. Как-то странно. Так, ну давайте смотреть, что тут у нас. Интересненького такого. А, здесь достаточно уютненько. Красивенько, такой уютненько. No hard feelings, right? Это что за дверь такая? Такая спокойная обстановка. Ни монстров, ничего вообще. Тишина. Here, let me get out of your way. Просто, ребята, тишина. Так. Но нам явно сюда. Как я понимаю, да? Да. Ого-го-го. О, черт, откуда вы появились, а? Ну так хорошо было, так спокойно, так тихо. Ну откуда вы беретесь-то, а? Так, дружище. Давай, иди сюда. Давай сюда. Все сделаешь по-быстрому, мы пойдем дальше. Давай, дружище. Oh, freaking finally. Well, so much for wishful thinking. Так. Куда же мы с вами попали? Давайте смотреть. Ой. Дружище, лучше туда не идти. Лучше туда не идти, вот о чем я думаю. Так, давайте смотреть, что тут у нас. Ух ты. Да, извините.
О, еще одно оружие, смотрите. Интересно, кстати, это одинаковые оружия или разные? Слушайте, по-моему, они одинаковые или разные. А, ну да, смотрите, вот у этого чувака есть щель в зубах в середине, да? А вот этого нету. Да, это разные люди, как можем наблюдать. Прикольно, прикольно, очень даже. Ой. Обязательно. Угу. Тут логотипы Black Mesa, здесь какие-то логотипы уже этих. Дамоклов, Дамоклес, Демоклес лабораторий. Хм. Возьмем. Не берется. Ладно. Так, ну ящик там точно не просто так стоит. Там сейчас, скорее всего, кто-то появится. И все. И это все неспроста. Хм. Чё? Я и так тихий. Куда еще тише? О, слушайте, их что, можно снести? О, их снести можно все? О, слушайте, пацаны, разрушаемость. Пацаны, смотрите, какая топовая разрушаемость, а. Форус добавит, отдыхает. Ладно, шучу, конечно. Не, ну сделано прикольно, на самом деле. Очень прикольно. Так, нам, судя по всему, куда-то вот сюда. Это либо какой-то выход, либо, может быть, какой-то тайничок. А я подожду тебя здесь. Подожди, подожди. Чё-то всё скрипит. Ё-моё. Какие-то странные стёкла. Когда по ним бьёшь, такой звук идёт, как будто ты по какой-то земле бьёшь. Или по какому-то мясу, я не знаю, что типа того. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Отлично. Пригодится. Так, этого чувака надо привести вот сюда. Все понятно. Погнали, погнали, погнали. Ё-моё! Как я их четко размотал, дружище-то, а? А, кстати, ему даже не пришлось эту дверь открывать. Она сама открылась. Вернее, эти перцы ее открыли. Перед тем, как выскочить. Опа! Ай, зараза, не попал. Братан, ты бы хоть немножечко попытался мне помочь, я не знаю... Ты сделал бы вид, что помогаешь. Это ужас какой-то. Да. Союзник, конечно, у нас прям очень-очень-очень ценный. Ничего не разборчиво. Упс. Упс. Боже мой. Кто-нибудь что-нибудь понимает, что здесь написано? Какой кошмар. Да. Не, ну прикольно сделано. О, опять синий экран. Блин, братан, возьми лучше оружие, вот на полном серьезе. Он гоняется вонючим маленьким пистолетиком, урон которого очень-очень низкий. Возьми оружие, дружище, смотри.
Блин, капец, у него там целый тайник был, где куча, просто куча пушек. И он взял с собой именно пистолет. Не револьвер, там, не знаю, не МП-5. Вот именно пистолет. Вонючий сраный пистолет. Взял бы хотя бы магнум, я не знаю. Ну... Согласитесь, это намного лучше. Так, надеюсь, я по тебе не попал. Это было бы не очень приятно. Жуткое зрелище, конечно. Очень жуткое. Братан, ты где мозги потерял? Какой кошмар, ужас. Да. Стой, 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 стой. Да-да-да, быстрей, быстрей, быстрей. И чё, нет, что ли? Я же встал! Ну, ой, блин, надо постоять под сканером, конечно же, да? Тогда он уже откроется. Ладно, ребят, давайте на этом моменте пока закончим. Надеюсь, вам понравилась серия. Не забывайте писать что-нибудь в комментариях. Что за бред? А, вот же написано ID. Так, дружище, ну-ка. Ну-ка, встань-ка. Ну-ка, встань-ка, сказал. Вставай, 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 вставай. О, другое дело. Все, ребят, давайте. Вообще, всем пока, удачи, потом продолжим. Не забывайте ставить лукасы и писать что-нибудь в комментариях. Все. Пим-пим-пим. Все, ребята. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.